Всем привет! Сегодня 30 сентября, последний день месяца и большой праздник. Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья. Всех женщин и девушек с этим именем я поздравляю с таким большим праздником, с именинами. Желаю я всем здоровья, крепкого-прикрепкого, благополучия, семейного счастья, быть всегда на позитиве, всегда быть любимой, желанной и всего-всего хорошего. С завтрашнего дня, мои хорошие, я наконец-то приступаю к Протасовке, к диете. Почему я так долго о ней ничего не говорила? Я искала, по аптекам ездила, по большим магазинам кейсы Леовит. Это очищение, про которое я вам говорила в прошлом видео. Хотела я начать с очищения, но, увы и ах, видимо, придется без очищения начинать. Ну, вот эти вот продукты я купила, с завтрашнего дня я начну их кушать. Это вот творог 5%, кефир, топленочку буду в цикорий добавлять без сахара, ряженку. Яблоки надо было зеленые, ну, сейчас зеленых я не нашла, вот только с магазина пришла. Яйца отварю. На завтра у меня вот такие вот овощи, это красные, ну, розовые, скорее всего, и желтые. Помидоры, перчик, два огурца, красная луковица, сыр голландский кусочек взяла. Надо тоже 5%, ну, наподобие брынзы. Ну, что-то я не захотела брынзы, захотела этот кусок взяла, последний. Там были другие сыры. Ну, вот решила, короче, все-таки я начать без очищения. Но как только я куплю этот леовитовский кейс, даже в середине вот этой диеты, а диета, она состоит из 5 недель, я вставлю вот этот кусок очищения на 5-7 дней и дальше буду продолжать вот эту диету. Время подходит к 4 ноября. Платье я сейчас померила. Вот эта вот мотивация, которая у меня была, вот это платьишко, вот оно, конечно, мне не влезает. Ну вот, сейчас я вам его покажу, какое-то платье я обещала. Обещала показать это платье, сейчас я его покажу. Вот это платье. На фигуре оно сидит очень классно. Вот это вот место, оно идет лифом. И дальше вот идет оно такими вот оборочками до коленка. Очень-очень красиво. Написано 54 размер, но это не 54, это маломерка. Вот, вот такое платье. Хочу я одеть 4 ноября. И снова возвращаясь к диете Протасовка, что я хочу сказать. Завтра утром я встану на весы в 7 утра, покажу вам, какой вес у меня будет и что я буду кушать. Утром цикорий с топленым молоком без сахара, творог и кусочек маленький сыра. Возьму на работу 2 яблока, термос с теплой водичкой лимонной. Вот, кстати, лимон еще не показала вам. Лимон. Буду делать лимонную воду. Ну вот, ждем завтра. Всем пока-пока. С праздником еще раз. И до завтра.